Всем привет, с вами Inform TV. Поклонникам некогда популярного трио девушек-лицей интересно, как же сейчас живет семья экс-солистки Изольды Ишханишвили и кто ее супруг. В начале 90-х годов продюсер Алексей Макаревич, кстати, он является двоюродным братом знаменитого лидера группы «Машина времени», стал инициатором создания женского музыкального коллектива под названием «Лицей». Он был не только продюсером, но и автором большинства песен. А ставку он делал именно на харизматичный и слаженный коллектив девушек. В тройку он отобрал свою приемную дочь Анастасию, Елену Перову, сестру телевизионного ведущего Сергея Супонева и, конечно же, сногсшибательную Изольду с пышными длинными волосами. Группа быстро стала популярной. Девушки ездили с концертными турами по СНГ и странам ближнего зарубежья. Со временем стал меняться состав. Неизменной участницей коллектива оставалась только Настя Макаревич. Перова начала строить карьеру на телевидении, а Изольда решила вплотную заняться личной жизнью. У нее, конечно, была попытка создания собственной музыкальной группы «Шоколад», но коллектив известности так и не добился. Сейчас Ишханишвили счастлива в браке. Ее супруг Дмитрий Десятников занимается строительным бизнесом. Они познакомились на светской вечеринке. В марте 2012-го у пары родился сын Эдвард. Семья довольно обеспеченная. У Дмитрия настолько большие коммерческие активы, что он является одним из самых богатых в столице. Достаточно сказать, что супруги владеют личным самолетом. Чем не свидетельство роскошной жизни? Проживают они в загородном особняке на Рублевке, воспитывают своего симпатичного и успешного сына, очень любят путешествовать всей семьей. На сегодняшний день в шоу-бизнесе Изольда никакого участия не принимает, но ее можно увидеть на светских мероприятиях, где она сопровождает супруга. Бывшая певица считает, что сделала в жизни абсолютно верный выбор в пользу семьи. Если вы помните песни группы «Лицей», ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!